Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что, у нас закончился сегодня сезон. Я достиг Лиги Тако, 48-й ранг. Я буквально немножечко, ребят, не успел получить 50-й. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Так, ну что, давай разбиваем пиньяту. И 2 пака здесь и 4 здесь. То есть 6 паков. Ну что, давай открывать. Конечно, очень сильно рассчитываю на легендарку. Пускай даже одну. Так, орехи. Это все у меня есть, это все было. Так, ничего новенького здесь нам не достается, к сожалению. Так, редкие, это хорошо. Так, отлично. Мега редкая есть, одна, да? И легендарка? Вау! Две легендарки! Ёк-макарёк, три легендарки. Йо, ребята, вот это фарт. Три легендарные карты. Вот эти вот карты, это новые, ребята. Если кабачок еще у меня был, да, то розы и вот этого вот на коняшке зомбика, да, его не было, ребят. Три легендарные карты, это что-то. Ну что, у нас начинается 52-й сезон, и я получаю сразу 20-й ранг золотой лиги. Так, сейчас мы посмотрим, у нас 645 кристаллов, ну, дофига еще нужно. Вот, ребята, практически все 48-й ранг я получил за счет вот нашего, вот этого вот бабаха. Именно им я играл, и причем довольно успешно. Так, ну что, давай-ка мы, наверное, сделаем ежедневки сегодня. Нанесите 20 единиц урона героям ржавый разряд. Потом уничтожить 5 растений. И нанести 20 единиц урона травяным кулаком. Так, давай, наверное, начнем с ржавого... А, подожди, у нас ежедневное задание. Какое сегодня? Громкое событие. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Пришло время разыграть колоду «Полуют». Пожить жизнью пиратов. Ландыш помогает вашему противнику, так что сейчас не время расслабляться, а то еще придется надраивать палубы. Ну, давай посмотрим, что тут у нас за задание такое. Ага. Так, а нам дают тут за пиратов, да, сыграть? Ну, хорошо. Давай попробуем. Так, ну что будет, если я сделаю... Он, наверное, его сожрет сейчас, скорее всего. Да, ребят, скорее всего, сожрет. Ну, проверим. Надеюсь, тебе повезло на Легу. Желаю удачи. Спасибо, косоль. Или кто там, косой? Косоль. Извините, неправильно никнейм твой назвал. Так, ну что, ребята, у нас есть еще, да, такой один. Выставим, если что, поставим с тобой. Ага. Он решил восстановить себе здоровье. Ну что я скажу, давай тогда применим. Опа. Погнали. И я не косой, я косол. Ну да. Ты как будто прочитал мои мысли. Я не косой. Так, ну что. Пока вроде бы неплохо у нас все получается. Что-то у нас так столько пиратов. Много, я смотрю. Ага. Ох, сейчас будет здорово. Ну, он, скорее всего, сейчас, ребят, сработает защита. Да, почему-то я не удивлен. Так, ну что, мы можем... Блин, да сколько пиратов-то? Почему только таких-то мне дают? Ну, давай вот так вот сделаю. Ага. Ну, погнали. Так. Я так и думал. Я так и думал, что он сделает 1-1 на земле. Ну что же, ладно. Бомбанули. Давай сделаем так. А что на этот раз? Опа, опа, опачки.
Вот так сделаем. Погнали. По-моему, тут, ребят, победа. Все. Ну что, мы разобрались с зубостизилой. Как ты видишь, победа за нами. Уничтожить 5 растений. Так, ну а мы переходим с тобой на ежедневки. Первое, что нам нужно, это нанести 21 урона ржавым разрядом. Хорошо. Ржавый разряд. У нас... пом-пом-пом-пом. Вот он. Так, а что у нас там новенькое что-то есть? Ну-ка давай посмотрим. Ага, у нас вот что новое. Сколько ты стоишь? 15 всего лишь. Мало. Так, вот я думаю, нужно ли нам что-то здесь менять или же не нужно. Или оставим все как есть. Вопрос интересный. Вопрос очень интересный. Ладно, давай попробуем пока оставить так. Поехали. Попробуем здесь выиграть. Ржавый разряд, спортивные колоды. Ну что там? Сейчас, друзья мои, должны быть очень мощные поединки, потому что лига закончилась, и все сейчас рванули. Вон, видишь, да? Выпала нам роза в противнике. С ней, как обычно, фиг зашуткуешь. Давай попробуем так. Что тут у нас получится? Роза. На чем она? Может на заморозке работать, может работать на хилах. В принципе, она универсальная. Она, в принципе, универсальная. Если я поставлю стража. Давай глянем. Ничегошеньки, да, не стала делать? Ага. Давай так попробуем. Вот сейчас ее промнет. Сейчас вот ее промнет. Сейчас начнет. Сейчас мы посмотрим, кем она будет. Хилом. Так, ага. Уничтожила. Ну давай, поехали. Эту карту мы пока прибережем. Ну давай, Роза, что-нибудь думай быстрее. Я не поверю, что у тебя прям там ничего нету. Брандон XX159. Ага. Теперь мы знаем, да? Теперь мы знаем, кто у нас тут противник. Так, что мы можем сделать сейчас, в данный момент? Пока ничего. Что-то мне одни заклинания, друзья. Так. Окей. Ну что, бомбанем, наверное, здесь. Иваншка, спасибо. Сделаем так и, наверное, сделаем еще вот так. Знаешь, что мне надо было сделать? Мне надо было позвать... позвать вот эту вот... чувыру, так скажем, да? Ну, давай я вот так сделаю. Да что ты, ну... Серьезно? Давай сюда поставим тебя. Так, это что-то новенькое. Окей. Ага.
Так, что мы сделаем? Мы, наверное, сделаем вот так вот. Ну, как всегда, сейчас, наверное, сработает защита, скорее всего. Как сделать-то лучше? Поставить. Он же его превратит. Да, ребят? Скорее всего, он его превратит в нечто. Так он также и этого превратит. Ну, давай, допустим, я сделаю так. И вот так. Не забывай, что она может превратить любого нашего там во что-то другое. Кого-то даже может превратить в козла. Ага, уничтожает. Я почему-то не удивлен, друзья мои. Ой, не удивлен. Так, сколько там? 3-4, да? Поехали. Давай смотреть дальше. Опа, ты видел, что творит? Ты видел, ребята, что вытворяет? Это всегда вот у нее, вот этой розы. Несчастные. Давай так вот попробуем сделать. Я не удивлюсь, если еще один такой у него будет. Нахапал, да? Ну, я не знаю, ребят, что тут уже делать. Тут уже ничего не поможет нам. Тут уже нам ничего не поможет. Не, ребят, я этого пока не уничтожу, здесь ничего сделать не смогу. Сам понимаешь, да? И хотелось бы, но никак. Называется спортивная колода. Я из спортсменов только сумоисты видел. И вот это, вот и все, ребят. Единиц урона нанеси. Нанес. Ну давай так и так. Это бесполезно, конечно, бесполезно. Тут можно, в принципе, сразу сдаться. И что творит? Не, ребят, даже не буду время тянуть. Так, зато растения уничтожили. 6 единиц урона всего лишь нанес. 6, ребята. Одного не могу понять. Почему ни одного спортсмена? Ну, в принципе, как ни одного? Он этот был, он его уничтожил. Но остальных-то у меня не появлялось. Этот мне не выпал. Вот этот вот зачем мне здесь нужен? Скажи мне на милость, а? Он мне вообще здесь не нужен. Я лучше вот этого возьму. Так, вот этого можно было бы, в принципе, взять. Ладно, все, поехали. Нам нужно еще 14 единиц урона
нанести. Блин, я вот сейчас вот в последнее время играю только за растения. Я уже отвык, если честно, от зомби. Так, уже 30 ранг, ребята. Это с высшей лиги, 100% тебе говорю. С высшей лиги. Потому что он не мог так быстро попасть. Так, ладно, смотрим. Капитан Огонек. Ну, что он там? А, подожди-ка, он получает. Когда растение проводит бонусную атаку. Ага, вытяните карту. Давай так вот сделаем. Да, ребят, мне даже нечего сделать. Ты представляешь, мне выпадает. Выпадает что угодно. Кстати, если он вызвал банан, то знаешь, что он хочет сделать? М? А я тебе могу объяснить, что он хочет сделать. Давай вот так вот поставим. Ну, естественно, он сейчас банан использовать будет, понятное дело. Так, двойной удар меняет. О, как. Нет, парень, ты сейчас сюда придешь. Давай-ка иди сюда. Здесь мы с тобой погутарим. Банана. Банана. Вот тебе и банана. Давай сюда поставлю. У него, наверное, этот мшистый комочек, или как он там называется, я уже не помню. Ну и что ты вылез сюда, вот объясни мне. Ой, как хорошо выпало-то нам. Окей. Давай так вот сделаем. Тимон и Пумба. Сейчас будет прокачивать этого охламона, поверь мне. Вот, а я тебе говорил, что будет мшистый комочек. Говорил. Погнали. Блин, как же обидно. Как же обидно, что у нас нет. Хотя, сумоист. Сумоист. Давай сделаем так. Угу. Это хорошо, что он увеличил. Поэтому мы его сейчас уничтожим, ребят. Мы его уничтожим. Вылез тут тоже. Так, ну что, этого, наверное, да? Или этого? Так, наверное, вот этого поставим сюда. Здесь вот так вот бомбанем. Поехали. Да-да-да-да-да, начинает хапать. Так, ну что, кого он сюда будет сейчас выставлять, не знаю, ребят. Посмотрим. Сделаем вот так вот для начала. Опа, опять со своим комочком, ты посмотри. Но я думаю, не знаю, защиту стоит ли нам брать сейчас. Наверное, стоит. Давай возьмем. Поехали. Пинс. У
У него там наверняка бонусная атака выпала или еще что-нибудь в этом роде. Ну чего ты там задумался, давай. Прокачивай своего этого мшистого комочка. А, вот так он решил сделать. Угу. Ты видал, что вытворяет? Пам-пам-пам. Давай сделай вот так вот. Сейчас начнет, короче, коллаборацию свою, да? О, как. Кого же ты сюда хочешь поставить? А никого, он хочет бонусную атаку сделать. Причем двойную бонусную атаку. Да, дальше кто тут у нас? О, хорошо как. Вот это действительно хорошо, ребят. Вот это действительно хорошо. Давай, 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 давай. Ты думаешь, это тебе поможет? Ай, наивный. Да хоть ты тут что делай. Эх, сейчас начнется веселушка. Опа. Давай еще разочек, ты что? Не хочешь? Как хочешь. Ну что, сделаем так, получается. И, наверное... Ну, здесь, я думаю, мы выстоим, да? Сами-то по себе. Давай вот так вот сделаем. Понятно, короче, сдулся. Сдулся. Пенек. Пень трухлявый. Да, ребята, сдулся он, оказывается. Ну что, мы с тобой еще получаем. Опа, еще одна. Сколько у меня уже их? Это, по-моему, уже был дубликат. Ну что, мы... Да в плане. Нам же нужно было нанести 20... Я до сих пор не нанес, прикинь. Ладно. Еще партийку. Пока не пройдем, ребята, это событие, я не угомонюсь. А потом там нам как раз потом надо будет за... По-моему, за пенек играть тоже. Чего? Пятый ранг? Ладно. Допустим. Давай сделаем так. О, замечательно. Так, ну что, на чем она будет играть? Наверное, на грибочках, мне кажется. Наверное, на грибочках. О, видишь, что творит. Видишь, что вытворяет, ладно. Давай я вот так вот сделаю. Опа, наносит две единички урона. Подсолнушек вылез. Давай, давай, давай. Так, пропускаем. Сейчас мы этих всех подсолнышки и кукурузу всех пустим под хвост. Пропускаем ход. Хочу посмотреть, что он сейчас будет вытворять здесь. О, молодец какой. Все? Все, подсолнышек, ты наигрался? Даже так. Молодец. Красавчик ты наш. Так, ну что, мы его лишили стратегического запаса карт, друзья мои. Теперь поехали. Начнем потихоньку. У нас есть, не забывай, понижение. Ага. Ох ты, даже как ты делаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А если я вот так вот сделаю? Все. Сдулся парень. Так, ну что, давай прокачивай. Нормально. А теперь сделаем вот так. И... Пока никак. Пока больше никак. Ну что же ты, пац... Ой, ой, ой. Серьезно?
А где же твой клананас? Клананас-то у тебя будет или нет? Клананасик-то у тебя будет или нет? Иди сюда. Так, чтобы нам бомбануть. Да, на этого и бомбанем, да? Да? Грибочек уничтожим. Поехали. Так, минус. Минус. На тебе. Прокачка. Ай, хорошо. Так, ну что мы сделаем здесь? Ну, можно сделать и вот так, в принципе. Лишним это не будет, да? Запищал. Пи-пи, пи-пи. Пи-ти, чупче. Давай, 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 наяривай. Ать, ать. Ну и что, этого уничтожишь мне, да? Ну давай там у тебя что? Ну я так и думал, что этого уничтожит. Это неудивительно. Двигаемся дальше. Ох, вирус. Ребята, вирус это всегда хорошо. Вирус это прям чудненько. Ох, еще лучше. Ну, живем, друзья мои, живем. Сейчас смотрим, кого он тут выставит. Да. Ну что, пенек, иди ты лесом. Погнали. Хлоп и хлоп. Итого у него остается 10 здоровья. Ну, пенек, ты понимаешь, мы уничтожим с помощью ракеты. Если он его поставит, он его выставит. О, спасибо, ты мне место освободил, я думал. А хотя, знаешь, я, наверное, не буду делать. Я, наверное, сделаю вот так вот. Чпок. И вот так вот сделаем. Красота. Поехали. Что, на земле минус один сделаешь мне? Или что у тебя там? О, два шампиньончика. Замечательно-то, прям красиво как. Ему все равно не жить. И сдулся. На. Ну и в принципе все, ребят. Тут победа. Что он сейчас тут сделает? Да ничего. Ой, ты насмешил меня, господи. Ну ладно, давай, что дальше ты там придумаешь. Ай, молодец. Ай, молодец-то ты какой. Такс. Ну, давай вот так вот сделаем еще. И хорош, наверное, с него, да? Удачи в ежедневках. Спасибо, косол. Ох ты. Ох ты какой. Ты посмотри-ка. А применить-то некуда, да, ребят? А, ну, только на этом. Ну, сюда, ладно. От безвыходности, ребят. Просто от безвыходности. Ну что, мы нанесли 29 урона. Как и хотели. Опа, а теперь... А, ребят, нам не за пенек, нам нужно за травяной кулак сыграть. Вот оно что. Переходим на травяной кулак. Так, давай посмотрим, что там у тебя. Что у нас тут за травяной кулак? Ага, ага. А могила еды есть. Вот это тогда мы уберем, наверное, да? И поставим. У нас есть? Да, ананасовые бомбы есть. Может быть, нам поставить еще один такой кабачок, не? Думаешь, не стоит? Зачем мне орехи, если у меня здесь... А, у меня орехи. Ёк-макарёк. Так если у нас орехи, нам тогда здесь надо убирать вот этого. Это 100%. И ставить вот этих вот. А, у нас есть два.
Так, короля нету у нас. Почему-то. Короля нету. Так, теперь у нас будет король. Взять, поставить, что ли? Ну, давай попробуем. Давай попробуем, вдруг повезет нам. То есть, я так понимаю, здесь колода основана на орехах. Так, заразительное сальце. Окей. Ну что это? Да ёк-макарёк, что вы мне надавали здесь, а? Что же вы мне здесь надавали? Кактус, конечно, надо приберечь до появления ягоды. Но смотрим, что он будет сейчас делать. Ничегошеньки не стал. Стоит ли мне кактусы вставлять? Вот в чем. Нет, я, наверное, не буду. Воздержусь пока. Он тоже ничего не рискнул выставлять. Угу. Но тут уже понятное дело, что придется тратить кактус. Тут от безвыходности. Короче, он колоду на танцорах. Тут уже понятное дело. Могилоед. А на танцорах, по-моему, могилоедов нету, да? Угу. О как. Кто там у тебя прятался? Эх, бомбануть что ли, а? Как думаешь? Давай бомбанем. Псих. Такой псих. Так, с 4 энергии. Угу. А я вот так вот сделаю. Ну, тут он может и поменять ландшафт, кстати. Ага, я был прав. Ландшафт он все-таки поменял. О-о-о, давай, 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 это будет интересно. Так, нам нужно взять, наверное. Давай я вот так сделаю. Посмотрим. Добыть карт. Пригодится. Бабе! Пиратишка несчастный. Но. О, как делает. Там наверняка пират у него сидит. Наверняка, ребят. Просто чувствую нутром. Поэтому сделаем, наверное. Да, я сделаю вот так вот. О, даже не пирата. Хлыщ. Просто хлыщ, ребят. Не удивлен. Нисколько, друзья мои, нисколечко не удивлен. На тебе. Продолжаем разговор. Так, у нас есть орех вот этот вот. Мы его сюда поставим сейчас. Ну, просто для прикрытия, ребят. Потому что там танцоры, это все мелочи жизни. Так-с. Поехали. Отлично. Так, сюда мы, наверное, сделаем. Ну, давай я так сделаю. Банан, фиг с ним.
Это ожидаемо. Что еще? Ай, капкан этот. Ради бога. Пускай там делает хоть что. Хоть капканы, хоть бомбаны нам уже по барабану. Хотя все может резко измениться на самом-то деле, ребят. Эх, хорошо, что он сейчас не бомбанул, а. Иди отсюда. Вот именно что. Поехали. Блин, сейчас у него защита еще сработает. 3 единицы урона. Куда полетит? Сюда? Или сюда? Сюда, наверное. Ну, значит, этому ханыге крышка. Не успеет он бомбануть. Отлично. Двигаемся дальше, ребята. Да что ж ты такой назойливый-то, а, парень? Давай сделаем так вот. Ага. И... У него же нету, больше нету, по-моему, 3 единиц урона. Давай тогда еще так вот сделаем. Так, а этот орешек мы сюда поставим. Поехали. Блин. Не подумал. Ладно, сейчас посмотрим, что выйдет из этого. А что я тебе могу сказать? Что из этого выйдет? Из этого выйдет, что ему кранты, ребят. Да. Ты спросишь, почему ему кранты? А я тебе отвечу. А вот поэтому. А вот именно поэтому. Поехали. Эх. Хороший был поединочек, да, ребят? Да ёк-макарёк, мне 1 единицу урона, блин, надо было нанести. Ты чё, издеваешься, что ли? Блин, не дал мне доделать, а? А, все, у нас все получилось, ребят. Все мы сделали. 700, как ты видел, у нас самоцветов, да? И нам нужно еще 300. Но чтобы 300 получить, это мне нужно перейти. И то я получу сотку, если я перейду на 30-й ранг. А уж когда это будет, фиг его знает. Но сегодня, конечно, это было круто, ребята. 3 легендарные карты. 3. Причем 2 карт у меня не было. Это что же мне выпало? Роза, да, вот это вот. Шикарная. Потом выпал мне... А где у нас этот мелкий прыгунок-то? А, надо за зомби зайти. Где он? Вот, вот эта вот карта выпала. Блин, шикарно просто. Этих у нас аж 3 штуки. Может быть... А, он стоит мало. Я думал, может быть, распылить. Кстати, у нас где там? Заходим в коллекцию. Утилизировать дополнительные карты. 27 штук у нас дополнительных карт. Получаем 745 энергии. Итого... А вообще, сколько у нас энергии получается? 745, да? Общие. А, 1105, ребят. Ну, 1105 это мало. Можно, конечно, взять какую-нибудь среднюю карту, но лучше, конечно, брать за 4000. Я бы, если честно, взял бы либо вот этот, да? Пиканолит. Потому что именно в ореховой колоде пиканолит бы просто идеальный был. Потому что ты понял, да? Он использует здоровье при атаке. А, как ты знаешь, у орехов, у зеркальных или там обычных призывных, у них нет атаки, они просто имеют защиту. И вот как раз они бы могли бомбить. В общем, идеально бы подошло бы. А вот этого бы я бы взял бы именно на свою колоду хилищих. Именно на хилищий орех было бы вообще топово. Вот этот бы тоже пригодился бы как добивающий. В общем, ребят, много чего, конечно, хотелось бы, но не все сразу. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.